Любители лыжного спорта хорошо знают этот лыжный стадион в Сокольих горах областного центра. Зимняя база «Динамо» давно стала местом проведения соревнований самого высокого ранга. В минувшие выходные здесь стартовал чемпионат ПРИВО МВД России по лыжным гонкам. Динамовцы всегда задавали тон на российской лыжне, а по организации соревнований им нет равных. Оттого и настроение было праздничным, в тон звонкой медиа-оркестра. Все участники чемпионата отметили великолепные лыжные трассы «Динамо». По словам чемпиона мира Анатолия Иванова, одного из тренеров Центрального совета «Динамо», в Сокольих горах они не уступают зарубежным. А по красоте Жигулевские горы ничуть не хуже знаменитых Альп. Вот только обветшала сегодня база «Динамо» и требует ремонта. Да, действительно, конечно, лыжная база у нас уже становится старой и приходит в такое состояние более ухудшенное. Хотелось бы, чтобы администрация области, района помогли нам, динамовцам, чтобы лыжную базу можно было восстановить на хорошем уровне, чтобы наши гонщики могли здесь жить в отличных условиях, тренироваться и показывать высокие результаты на российских соревнованиях и на международных соревнованиях. Ведь наши гонщики области сейчас представляют сборную команду России на чемпионате мира. Это Ирина Складнева и Елена Никитина, которые в феврале месяце будут защищать честь страны на чемпионате мира среди взрослых Ирина Складнева и на первенстве мира Елена Никитина среди юниорок. Мы хотели бы, чтобы, конечно, если они покажут отличные результаты, чтобы руководство области обратило внимание на наш лыжный спорт, так как лыжный спорт является у нас ведущим спортом в области.